потеря в толпе невозможно. Этот силуэт осторожно, незаметно через тонны парапетов. Я иду к тебе. Сложно потеря в толпе невозможно. Привет, меня зовут Марк, и я басист группы Нефа. Осторожно, незаметно через тонны парапетов. Я сегодня я расскажу вам о своих инструментах и оборудовании, которые я использую на записях и на живых концертах. А также сыграю пару тем из репертуара группы «Факт» и не только. Итак, номер один. Бас-гитара Bogart Blackstone. Сделана в Германии, Custom Shop 92 год, экипирована струнами DR High Beams толщиной 0,40. Номер два. Musicman Stingray 5 струн. Сделана в Калифорнии в 2001 году, экипирована струнами Dean Martin. А теперь то, что я называю монстром в коробочке. Усилитель Mark Bass Little Mark II и его хороший друг Ashdown 4x10 Mag. Так гласит известное выражение KISS – Keep it simple, stupid. Это основной принцип, которым я руководствуюсь при подходе к написанию своих партий. Я слушаю огромное количество танцевальной ритмичной музыки. Фанк, соул, R&B, диско и так далее и тому подобное. Один из музыкантов, которые оказали на меня наибольшее влияние, это Стюарт Зендер, первый басист группы Jamiroquai. И отрывок из произведения этой группы я вам сейчас играю.